Здесь готовят будущих чемпионов, но бассейн уже давно требовал ремонта. Покрытие износилось, вентиляция устарела. По поручению главы округа за счет средств муниципального бюджета заменили покрытие чаши бассейна и обходных дорожек. И не только. Уже с 1 июня мы поставили бассейн на ремонт. То есть здесь, значит, сняли все покрытие, посмотрели вот эти скрытые работы, какие там были под покрытием, может быть, что-то нужно было там сделать и так далее. Вот. И само покрытие мы сделали уже 31 июля, вот эту чашу бассейна. На выполнение этих работ потребовалось 3 месяца, и это только первый этап. Наметили план на следующий год. Нужно доделать освещение, потолок и заменить фасадные панели, которые тоже с 1999 года уже пришли в негодность. Это первый такой капитальный ремонт с того периода. И в следующем году мы его обязательно закончим. Бассейн очень востребован. И вечером для всех жителей по абонементам, и, конечно, для детишек, которые здесь занимаются в спортивной школе. Андрей Иванов подчеркнул, что денежные средства на проведение второго этапа работ будут заложены в план бюджета округа на будущий год. Он также отметил, что на модернизацию у школы имеется и своя доходная часть. Соотношение денежных средств, которые мы тратим из бюджета, и то, что зарабатывает наша школа Олимпийского резерва, оно в стандарте. То есть это правильное соотношение. И, конечно, эти платные услуги будут также развиваться, потому что все эти деньги уходят как раз на развитие материально-технической базы, чтобы вот так вот полноценно, качественно содержать объекты. 7-летний Роман уже успел оценить преимущества обновленного бассейна. В школу Олимпийского резерва мальчика привела мама, и у них большие планы на спортивное будущее. Это серьезный уровень. Все-таки это школа Олимпийского резерва, и нам хотелось вот какого-то такого серьезного подхода. Ну, мы не ошиблись в этом. Нас все устраивает. Выучил много стилей. Узнал, как они называются. Пример мельница, стрелочка. Глава муниципалитета осмотрел также и физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый в 2017 году. Ему показали тренажерные и волейбольные залы, раздевалки, медицинский кабинет. Андрей Иванов остался доволен состоянием объекта и его высокой востребованностью среди жителей. ФУК оправдал себя и тоже очень востребован. И подчеркну еще раз, благодаря руководителю содержится в очень хорошем состоянии. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».